В Магнитогорске в результате взрыва в жилом доме погибла 59-летняя женщина. Полицейские уже задержали виновника произошедшего. Все подробности в материале нашего корреспондента. Там бабушка, говорят, на втором этаже или где? Ну там, а где-то, блядь. А до нее не дойти, там решетка, блядь. По предварительным данным, магнитогорец принес в коммунальную квартиру газовые приборы и своего авто. В это время в соседней комнате закурила женщина. Зажженная сигарета и спровоцировала взрыв, а затем и пожар. В результате инцидента погибла 59-летняя женщина, а также пострадал припаркованный возле дома автомобиль. Полицейские нашли ответственного за трагедию. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Теперь мужчина может угодить за решетку. А в металлургическом районе Челябинска загорелся один из торговых комплексов. Известно, что в здании в это время находилось порядка 200 человек. Все они самостоятельно вышли на улицу. К приезду пожарных огонь уже потушили. По данному факту полиция проводит проверку. А в Катав-Ивановске загорелся двухквартирный дом. По предварительным данным, без крова осталось две семьи. В данный момент устанавливаются причины возгорания. Пожар на территории частного дома произошел в поселке Крылово. Очевидцы заметили огромный столб черного дыма и вызвали пожарных. Огнеборцы быстро приехали на место и потушили пламя. К счастью, никто не пострадал. А на улице Цвилинга загорелся двухэтажный пристрой к дому. Стало известно, что на его крышу местные жители скидывали мусор и окурки, и в результате эта куча загорелась. На место срочно выехали 3 единицы техники и 14 человек личного состава. В считанные минуты огнеборцы потушили пламя. К счастью, здание серьезно не пострадало. Сейчас полицейские ищут виновника произошедшего.